Всем привет, друзья! Сегодня я вам покажу рецепт, как можно пожарить рыбу на сковородке так, чтобы не было брызг и чтобы не образовывалось на сковородке гари. Вот мы разделали карася, порезали его на кусочки. Теперь мы его добавим, присолили немного и добавим сюда приправы для жарки рыбы. Все это перемешиваем. Теперь мы приготовим панировочную смесь. Я вам уже когда-то в предыдущих роликах показывал, что мне больше всего нравится панировать рыбу в полиэтиленовом пакете. Поэтому вот смесь у нас будет состоять из пшеничной муки. Одна часть, скажем так, 1/2. И кукурузная мука. Все это мы... Вот примерно по 1/2 части. Теперь мы это все в пакете перемешаем. И начинаем панировать нашу рыбку, нашего карасика. Это делается следующим образом. Вот так мы тут поджимаем. И вот так вот панируется. И вот вы видите, как это все красиво, равномерно, все кусочки покрываются панировочной смесью. И вот, друзья, собственно, сам процесс жарки так, чтобы масло не брызгало и чтобы не образовывалась гарь на масле. Для этого нам нужна простая вода в тарелке, кипяченая, охлажденная вода. И что мы делаем? На раскаленную сковородку с маслом выкладываем рыбу, но предварительно берем кусочек и опускаем вот так вот в воду. И после этого мы его кладем на сковородку. И вот, друзья, у нас происходит процесс жарки рыбы. И вы видите, что масло кипит, рыба жарится, но никаких брызг нет. И никаких вот этих черных гари, черной муки в масле не оседает. Вот жарим рыбку. Вот мы перевернули на другую сторону нашу рыбку. И мы видим, что получилось все очень красиво, поджаристо. Такая хорошая корочка образовалась. Продолжаем жарить дальше. Вот, друзья, у нас получился такой красивый, поджаристый, золотистый карась. Вот корочка такая хорошая, твердая. В принципе, таким способом можно жарить любую рыбу, которая вам нравится. Но мы в этом видео показали вам, как мы пожарили карася. Пользуйтесь рецептом, пользуйтесь лайфхаком. Всем приятного аппетита. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока-пока.